Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 51 по 54 стихи. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой, и, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть? Толкование блаженного Феофилакта. Извлекший нож был Петр, как говорит Иоанн, Иоанна 18:10. А имел он при себе нож, потому что незадолго пред сим заколол ангца, которого ели на вечере. Мы не осуждаем Петра, потому что он поступил так, ревнуя не о себе, а об учителе. Впрочем, Господь, приучая его к евангельской жизни, дает наставление не употреблять меча. Хотя бы из-за Бога кто думал совершать мщение. Отсечением уха Петр показывает, что иудеи болели непослушанием. Потом Господь приводит изречение закона, что убийца в возмездии сам должен быть убит. Ибо закон говорит: кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека. Ибо человек создан по образу Божию. Бытие 9:6. А указывает этим на то, что иудеи, поднявши на него меч, будут истреблены от меча римлян. Далее не сказал: могу представить 12 легионов ангелов, но могу умолить отца моего. Так говорит, как человек, по своей благопромыслительности, ради немощи учеников. После того, как он показал тогда в себе много человеческого, например, пот, страх, моление, он не уверил бы, если бы сказал: я сам могу представить легионы ангелов. Вместо 12 учеников мне представил бы отец, говорит он, 12 полков ангелов. Если бы я захотел... Легион есть самый больший полк, состоящий из 6000 всадников. Но всему этому надлежит быть, чтобы исполнились Писания, предвозвестившие все сие. Впрочем, иудеи не потому злы, что предвозвестили о сем Писания, но так как иудеи имели все это совершить по собственной злой воле, то в Писаниях и изложено так пророками по внушению Духа Святого. Комментарии дальше идут. Господь останавливает Петра, несмотря на то, что он взялся за меч для того, чтобы защитить самое великое, самое святое, что может быть в жизни человека, Бога. Читай веру, церковь. Но Христос его останавливает, угрожая из-за этого возмездием. Иоанн Златоуст, толкуя Евангелие от Матфея, 13 глава, с 24 по 30 стихи, говорит, что этими словами Христос запрещает войны, кровопролитие, убийство. Но чем дальше, тем церковь все более откровенно благословляла войну. И в 19 веке митрополит Филарет Московский прямо говорит: бей врагов Отечества. Вот видишь, вот как говорим об этом, никогда такого не было, как сегодня. Это у них установился уже такой паритет сил, равенство. Она проходила мимо, я их приучил, но сейчас я уже не встаю. Но тут принесла она живую мышку. Видимо, мышка бросилась к нему. Это бросилась опять ее схватить.
Он-то тоже стоит, свою территорию защищает. Видимо, кинулся, а мы стоим задом, молимся спиной, не видим его. Но она его, видать, лапой-то задела, как он завизжал. И она бросилась бежать, он просто психическую атаку провел на нее. А он-то что с ней сделает? Он сам-то чуть больше кошки. Видишь, какой. И она сейчас опять пытается пройти мимо, но он уже теперь все. Теперь его заново надо приучать. Он теперь объявил ей войну. Ты первая нарушила. Ты первая вероломно напала. Теперь он до истребления ее будет вести. А как истребление? Визжать. Видишь, он на нее кинулся, лапами топчет по земле. Она убежает. Рыжая убежала. Вот эти по краям. Кто его знает как? Вот это вот. Никогда такого не было. И мы ни об этом не рассуждали. Совпало как раз с немирным состоянием, с войной. Я отношу это прям наглядное пособие сегодня. Вот. Не надо нарушать вот этот уже установившийся порядок, равновесие сил-то. Америка умышленно сейчас везде все, на всех рыпается. С Ливией покончила, теперь Сирия. Она умышленно все делает, это подстава. Это сегодня уже президент России об этом говорит, и другие, и министр иностранных дел, там Лавров Сергей. Вот. Ну и дальше, а дальше что? Дальше она подкатывается уже заранее, готовит нападение на Иран. Какая-то ядерная программа. Ничего нету. Ничего. До этого президент был, искал, все в Ираке были, не нашли. Теперь в Иране надо. Значит, им нельзя иметь химическое оружие. А этим бомбят можно. Да какая разница, от чего человек умрет-то? Ведь бомбят-то, и мирное население, все погибает. Ты шире, когда расширишь, то увидишь, что... Конечно, объяснить это ничем нельзя, кроме тем, что это предписано. Это у Бога занаряжено, и это будет. Разницы нет никакой. До этого Советский Союз нападал. Теперь по-другому. Америка развязала себе руки. Союз не угрожает, он только пыхтит тут, Россия. А что она, Россия, сделает-то? Мы против. Да кто на тебя смотрит против? Против тот, кто сказал, не по-моему, то что-то есть. Это мы факты констатируем, которые уже свершившиеся конкретно. Расстановка сил поменялась, мир становится совершенно иным. И вот с этим мечом Александр Невский якобы сказал так, проверить невозможно. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. На том стояла и стоять будет русская земля. Вот, с мечом придет к нам. А вы в Афганистан с чем пришли? Финляндии объявили войну за что? В Японии это вот войну. Япония-то войну не попала, иначе вообще непонятно, что было. Что она не нападала Япония, непонятно. Лезла куда-то в Австралию-то. С этого конца начала бы Япония войну, а ведь у нее силы-то не 1 миллион солдат только было. А вот Господь так все расположил. И напала первый Советский Союз напал. Первый, с мечом. Ну, от меча и погибнет. Сколько солдат положили. Россия везде лезла устанавливать. Финляндию, Польшу там вниз хватали. Все разрушилось, отсеклось. Так это не все. Россию по частям всю стараются сейчас разорвать. С мечом, потому что не с любовью пришли. Если бы пришли со Словом Божьим, было бы другое. Читай дальше. Филарет Московский прямо говорит: бей врагов Отечества. Между тем, христиане первых веков, а следовательно и апостолы, относились совсем не так, как современные православные патриоты. Так во втором веке перешедший в христианство философ Татиан считает убийство на войне так же недопустимым для христиан, как всякое убийство. А потому почетный воинский венок считает непристойным для христианина. В том же столетии Афинагор Афинский говорит, что христиане не только сами никогда не убивают, но и избегают присутствовать при убийствах. Вот как. В третьем столетии Климент Александрийский противопоставляет языческим воинственным народам мирное племя христиан. Но всего яснее выразил отвращение христиан к войне знаменитый Ориген, прилагая к христианам слова Исаии, что придет время, когда люди перекуют мечи на плуги, копья на серпы. Он совершенно определенно говорит, цитата: «Мы не поднимаем оружие ни против какого народа, мы не учимся искусству воевать, ибо через Иисуса Христа
мы сделали с детьми мира. Цитата закончилась. Отвечая на обвинение, цельсом христиан, обвинение цельсом. Обвинение, дальше цель христиан, в том дальше уже, да. Ну, здесь, как будто фамилия чья-то здесь. Да. Христиан в том, что они уклоняются, а цельс, вот, понятно, что они уклоняются от военной службы, так по мнению Цельса, если только Римская империя сделается христианской, она погибнет. Ориген говорит, что христиане больше других сражаются за благо императора, сражаются за него добрыми делами, молитвой и добрым влиянием на людей. Что же касается борьбы оружием, то совершенно справедливо говорит Ориген, что христиане не сражаются вместе с императорскими войсками и не пошли бы даже в том случае, если бы император их к этому принуждал. Также решительно высказывается и Тертуллиан о невозможности христианина быть военным. Не подобает служить знаку Христа и знаку дьявола, говорит он про военную службу. Крепости света и крепости тьмы. Не может одна душа служить двум господам. Да и как воевать без меча, который отнял сам Господь? Неужели можно упражняться с мечом, когда Господь сказал, что каждый, взявшийся за меч, от меча и погибнет? Итак, будет и как будет участвовать в сражении Сын мира? Вопрос. Безумствует мир во взаимном кровопролитии, говорит знаменитый Киприан. И убийство считаемо преступлением, когда люди совершают его поодиночке и именуются добродетелью, если делается в массе. Преступником приобретает безнаказанность умножение ярости. В 4 веке Лактанций говорит тоже, не должно быть никакого исключения в заповеди Божией, что убить человека всегда грех. Носить оружие недозволено, ибо их оружие только истина. Если воин идет на войну с желанием убить, то он отлучается наравне с умышленными убийцами на 20 лет. Восьмое правило Василия Великого. Но уже в 4 веке ситуация меняется коренным образом. Когда христианство стало государственной религией, то церковь оказалась в неудобном положении. Царь без убийства людей не может управлять государством. А отлучая царя от причащения, можно испортить с ним отношения и лишиться покровительства. Поэтому поборникам целомудрия и благочестия только робко советуется 3 года не причащаться христовых тайн. 13 правило Василия Великого. Но и это правило никогда не исполнялось, а воины стали прямо благословляться. Появляются должности полковых священников, а перед бойней служатся молебны, причем тоже благочиние соблюдается при войне между собой христианских государств и княжеств. Убийство стало благословенным, в кавычках, если убийца воюет на правильной, в кавычках, стороне. Оставалась последняя преграда. Воевать строжайше запрещалось священникам и монахам. 83-е апостольское правило, 12-е правило Первого Вселенского собора, 7-е правило 4-го Вселенского собора. Но со времен преподобного Сергия Радонежского стали говорить, что и монахам можно воевать за Россию, потому что он якобы благословил Пересвета и Ослябя воевать. Но, во-первых, нет ни одного исторического источника, подтверждающего, что он их благословил воевать. А во-вторых, если он даже благословил, то он подпадает под анафемы апостольских правил и вселенских соборов, не говоря уже о Евангелии. И к 20 веку православная церковь пришла уже к тому,
что стала благословлять убивать на войне за родину, несмотря на то, что ею правит безбожная людоедская советская власть, уничтожающая христианство. Итак, мы видим, как далеко ушла в этом вопросе православная церковь от Евангелия за 20 столетий. Комментарии закончились. Вот дальше комментарии, это тут ничего не скажешь. Сейчас в интернете везде выставляют о том, как христолюбивое воинство в Афганистане. Какое христолюбивое, зачем полезли? Два маразматика решили там, Устинов тогда был министр обороны, и Брежнев. Ну и послали, 14 700 человек погибло. Около 70 тысяч раненых. Ну я статистику даю ту, которую публикуют. Это христолюбивое. Что они там наделали? Там 1,5 миллиона убили только людей. Там мирные жители в основном-то погибали-то. Из аула где-то там выстрелили. Система град другая лупит. Все, с пылью. А кого там саманные все стоят? Охрана-то какая? Если бы они напали там, где равные силы были, а тут никого нигде не было, такие, кто мог бы, покалеченные по сегодняшний день. И вот священник стоит, или диакон там стоит, орет, рев, зёб и лупоглазие. Христолюбивое воинство. Они о Христе понятия никакого не имели. Здесь в чистом виде глупая, безумная политика безбожных правителей-то. Но церковь сегодня, вот патриархия, церковь, под именем церковь имеется, Московская патриархия, она везде все это благословляет. Танки, все эти орудия, все благословляют. Священники готовят там летчиков, прыгают с парашютом, стреляют с автоматом, фотографируют, целятся. Ну, что сказать, впереди все сказано уже. Никакой веры-то нету, на Бога-то не надеются нисколько. Патриарх приезжает там в монастырь, впереди, сзади идут машины, охрана, и стрелками показывает, сколько вокруг него охранников стоят. Ну и только в объектив попало 7 человек. Его не видно, они его телами сами, телохранители. И надпись: «Кирюша совсем не надеется на Бога». Ну вот и все. Ну добились. Воевали, воевали, войну, царь, где что, ничего нету, все потеряно. Да если бы не было потеряно, значит, те народы вообще бы, может, ничего бы не имели. Нам нравится, что мы свободные, а им тоже это нравится. Нам нравится, чтобы был правитель свой. Да нет правителей своих, во всем мире сегодня правят другие люди, не националисты. Ну и что? Ты Богу доверься, какая разница тебе, Чингисхан сегодня будет править или Берлазар. Ты Богу молись, устремляйся к небу. Ведущий в плен, сам пойдет в плен. Что непонятно-то? Кто ведет плен, сам пойдет. Кто возьмет меч от меча? Ты взял меч, ну и собирайся на тот свет. А попы кадилом будут махать, рукавами широкими. Да это все можно делать, но результат-то один и тот же будет. Богу это не угодно. Если один убьет, вот он прямо отвечает здесь, это преступление. А если мы собрались в кучу, и так с яростью, ура, за родину, за Сталина, теперь это благословляется орденом. Эти старики, которые воевали, в этом не раскаиваются. В день победы они в церкви, их архиерей поздравляет. Они сегодня ничего не осознают даже. Сказали бы так: вы верующие, вот не можете воевать, такие как свидетели Иеговы. Никогда, нигде они за 100 лет ни один оружие в руки не взяли. Если бы в этом вопросе все были как свидетели Иеговы, наступил бы полный мир на земле. Ну, есть же примеры такие. Не понимают этого. Ну, не понимаете, на что я должен делать? Сложить, да я буду... Что ты будешь сражаться? Ну, ты сидишь, рядом твоя жена, ребятишки. В это время заходят там 50 китайцев с автоматами. Ну, что ты будешь делать-то? Так-то хорохоришься пока. Даже не расстреляю тебя, даже избили, начали топтать, бить. Еще ты заступишься? Да ведь все по-другому, чресла расслабеют. Не тебе счета, какие люди. У всех, говорит, руки обвисли, как у рождающей. Каждый схватился за живот. Ничего не сделаешь. Да это и невозможно сделать. А когда они приехали, тут стоит их БТРы разные свои. Они с оружием, а ты без оружия. Да даже оружие будет, ну выстрелил один раз. Дальше погибает твое имущество, все они сжигают. Дальше. Евангелие от Матфея, 26 глава,
55-56 стихи. «В тот час сказал Иисус народу, как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставив его, бежали». Толкование блаженного Феофилакта. «Показывает им безумно их предприятие, и то, что взять его зависело не от их усилия. Тогда я был с вами в храме, говорит он. Когда я был с вами в храме, говорит он, вы хотели взять меня. Но так как я не попускал, то вы не могли удержать меня». Толкование закончилось. Ну какие доказательства-то? Не могли взять, все. А защита Петра, вложи меч твой, заступаться даже за Христа с оружием запрещено, а все остальное ниже. Ну почему рассуждения-то никакого нет? И при том, когда говоришь о военной службе, а как у вас? У нас служат все в армии, у нас от армии откашивать и косить нельзя. Но на альтернативной основе. Заранее все пишут заявление, я буду служить в армии, снаряды подтаскивать не буду, а окопы рыть могу, спасать раненых. Даже если я знаю, что там снайпер стреляет и надо раненых вынести, даже я погибну. Все. Вот у нас погонщики запрещено носить. Имеют право носить только военные следователи. Следователь и врачи. У них звание воинское есть. Ну, вызывают у нас врача Виктора Андреевича и говорят, посылают его, видимо, в Чечню. Что делать? Ничего не делать, что делать? Идти, спасай. Ты врач. Тебе разницы нет, кого спасать. Ты обязан всех спасать. Как говорит клятва Гиппократа. Дайте другое объяснение. Клятва Гиппократа языческая. Я даю не клятву, а обещание христианское. Воевать я не буду, а спасать людей буду. А мы тебя расстреляем. Так расстрелянный я дома буду, а так расстреляют где-то. Так я умираю здесь, как исполнитель заповеди Божией. А там и умирать буду, как исполнитель человеческой заповеди, повеления защищать Родину. Какая Родина в Афганистане моя? Какая Родина во Вьетнаме? Везде лезли, в Алжире. Сейчас только открывает на Кубе. Везде, абсолютно везде были советские. Надо это? А теперь там погиб. Но теперь отпевает, он же старался для Родины. Веры нету. А когда вера есть, я молюсь и все, Богу доверяюсь. Надо научиться и учить других правильно болеть и правильно умирать. То есть как, благодарящий Богу, и за эту жалкую жизнешку не цепляться. Всякие предатели, отступники, мародеры, это от неверия. Все отсюда идет. И взявшие... А взявшие Иисуса отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Это был 57-58 стихи. Толкование дальше. Прочие ученики разбежались, а Петр... при более горячем усердии к учителю, издали шел за ним. Хотя Иоанн шел же за ним, но не как ученик, а как знакомый архиерея. Ну, краткое толкование дальше. Значит, пользуются люди и знакомством, и это нигде не обвиняется. Да у меня близко знакомый прокурор края, краевой судья. Ну и что из этого? Да, конечно, какую-то льготу я имею, я не стою в очереди, но не более того. У меня, раз я знакомый, я ходил, ходатайствовал за заключенных, потому что там был инцидент такой. Да, я иду туда, потому что знакомый, другие не могут годами добиться. Я иду ходатайствую за сидящих в тюрьме священников. Я неоднократно этим приоритетом пользовался. Я мог даже несколько раз прийти на прием прокурору края, генерал-лейтенант. Бог дал мне такое знакомство, к мэру города, там вообще не попадешь. А он ко мне на дом приезжал. Это Бог так устроил. Но в своих интересах я ни разу не воспользовался, никогда. Ходатайствовал, действительно,
И это помогало, притом реально помогало. Люди выходили на свободу. Вот я могу сослаться на этот пример. У Яна был знакомый архиерей. И его, видимо, знали и пропускали. Ну, и все. Матфея 26, 59, 60. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля. Толкование. Отводят Иисуса к Каиафе, так как он был архиереем в том году. Пробыли там целую ночь и прочее, не евши Пасхи, но дожидаясь, чтоб убить Господа, хотя и приступали закон тем, что не ели Пасхи. Тогда как Господь ел Пасху в узаконенное время, они пренебрегли и законом, чтобы только убить Господа. Все толкование. Определенная стояла цель. И вот были лжесвидетели. Я говорю, вот, почему вы Писание не знаете? Это потому что ни одного места Писания не можете найти, которое на вас отобразилось бы, прошлось по вам. У меня были лжесвидетели. И именно два лжесвидетеля, которые встали и свидетельствовали в суде, когда меня судили. Я считаю эти места, оно как будто про меня написано. Они подыскивались, и эти все время подыскивались. И все смотрят и сегодня, вот в данный момент, патриархийные священники, они буквально вынюхивают, где я был, как говорил, что говорил. ФСБ, КГБ за мной не смотрит так, как они. А что сказал? И не могут найти ничего. И главное, это вот книги. Вот. Это же, тут не переменишь, говорит, что написано пером, не вырубишь топором. Ну и найдите обвинение, что я поступил неправильно, там, против церкви. Ни одного слова не могут найти за 12 лет. Это разве ни о чем не говорит? Уже собирается специально центрский какой-то отдел, подыскивается, до тайной жизни разыскивает. Ничего нигде нету. Оно неприемлемо ими. И поэтому, а почему они не гоняются ни за баптистами, ни за кем в городе? Потому что то за, там где-то. А мы говорим, конкретно, наша вина, мы говорим, в современной обстановке, как и в прошлое, будучи православным, можно исполнять заповеди Божии, можно выполнять повеления Христа, не связываясь с мирской властью, не будучи поглощен сергианством, то есть конкордатом с властью, угождением власти. Можно обличать власти, они будут слушать. Мы опровергаем своей жизнью, деятельностью абсолютно все, что они делают в патриархии. Они буквально ни одного шага правильно не делают. И ни в политике, нигде. Потому что Библия забыта, и поэтому они пытаются искать мудрость. Кончают семинарии и академии. Я говорю, ваши семинарии и академии нужны только для одного, чтобы оправдать любое беззаконие, любое нарушение божественных правил. Больше ни для чего это не нужно. Даже бороду брить начинают, а бакенбарды относятся к голове или к бороде. Даже не подумал бы никогда. Ну, Никон изменил. Изменил персты. Ну, было двое персты. Нет. Было троеперстие. Ну как же было-то оно? Зачем бы тогда-то раскол-то произошел? Ну двоеперстие же было. Нет, Духа Святаго Господа истинного в символе. А не было истинного. Его нету ни у армян, ни у католиков. Но у русских было. Потому что в то время было, как говорится, два варианта. И приняли один вариант, который постепенно в Греции исчез. И это, говорят, закончившие семинарию. Приезжали сюда, мы беседуем с ними. И... Ну, тут явно, я открываю книги, показываю. Нет, но сегодня они говорят, нет, мы правы, это старообрядцы, откуда-то... Как они взять могли где-то, когда маленькому ребенку старообрядцы ниточками пальцы даже связывают, что ты держи вот так правильно-то. Народ-то больше-то не знал, он держался за обрядность. Ну, вот фильм «До Сталя» Николая Раскол-то об этом как раз и говорит-то. Ни Никон, ни Аввакум, ни Неронов, никто о Библии вообще речи не ведет. Ее не было, просто ее не было. Вот отсюда все беды и происходят. А так как они ничего не признали, покаяние не принесено, опять монастыри, опять длинные моления, чтения стоят, бубнят, никто ничего не понимает. Возгласы, кружения эти в храме. У нас решительно надо просто сказать, мы не правы, покаяния-то нету. Даже в прощенное воскресенье, когда выходят священники и каются, каются-то не в этом. Простите, братья и сестры, кого я соблазнил? Да у тебя кроме соблазна-то ничего и нету.
Ты соблазнил тем, что Библию народу не дал. Ты нерожденный свыше мертвец. И от тебя мертвецы только появляются. Всех подряд принимают. А мы ведем занятия перед крещением 2-3. Ну и что? Для отмазки. Люди, с которыми вы вели занятия, они также ничего не знают. И они не будут заниматься Словом Божиим. Вот нам позвонили сейчас там из Хабаровского края. Мы сами писали заявление о нашем поселении Потеряевка, где мы находимся. Что если жить там негде, можно приехать сюда, там топят у них неприятность. Ну и позвонили, сколько человек можете принять. Я вчера по деревне прошел, кто сколько мог бы на квартиру принять. Речь идет уже, осень идет, теперь строится когда. Только разметку сделать, усадьбы завести, если кто-то приедет. И уже сразу вопрос. Все говорят, а вы оттуда звонят, а вы не фанатики? А вы там не сектанты, вы не староверы? Тогда православные просто. Но православные-то они понимают, что они крашены, они в брюках, даже внешне. Но они ходят в церковь. И никогда ничего никто не скажет. Но мы не такие, мы стараемся все исполнять, как это. Ну, как это исполнять? Ну, Евангелие изучаем, Евангелие, а что это такое? Они ничего не знают, они православные, они не баптисты, баптисты боятся, не мусульмане, они их ненавидят. Но они не православные. И они уже ставят как бы нам условия, что мы должны быть такие, как они, конечно. Этого не может быть вспять, чтобы пошел человек. Вот какое дело. Это вчера, вчерашний день, я целый день мы составляли в интернет выставить, какие требования у нас к тем поселенцам, которые окончательно решились переехать. Приехать, посмотреть, узнать, посмотреть, какая земля, какие люди, какие окрестные народы, что требуется, как ходить. Женщины, девочки, там, женский пол всегда должен быть в платочках, когда выходит на улицу. Дом – это его территория. Мужчины должны быть всегда в поясах и дома, и везде. Вот мы вчера выставили, посмотрим, какая будет реакция. А выставили куда, на какой сайт? На форум, на мой форум выставили. Форум Игнат православный, форум Игнатия Лапкина. И вот там две темы. Поселок Потеряевка и дальше Википедия. Это Потеряевка в Википедии. Все, снимаю. Что-то сильно он мечется. Ну вот они, кошки твои. Кого ты ищешь? Видимо, мышка дала там след. И он сейчас, как у него очень сильно развитые... обоняние, и он, вот Володя уедет в лагерь, я на велосипеде еду, а он впереди проехал, так он нос воткнет, из него такая была бы собака, наркотики искать, мы бы с ним большую пользу государству принесли, ну, не до этого, я с собаками занимался, у меня следовая собака была, Динго. Не дам я шарик. Этот маленький наркотики. Шарик, он бы такую пользу государству принес, если бы мы были правильно, учили его, но, ну как он, но, какое сердце у него большое. Ой, ну тебя сегодня маленько напугали, да? Напугали они тебя. Вот они какие. Куда она ушла? Ушла здесь. Это ее нету, она спряталась, рыжая-то куда-то ушла на охоту, наверное. О, она там, в дырку, под кроватью сидит. Ну все, Шарик, тебя сейчас поведут на улицу. Да ты замечательный песик. Да чудный. Вчера ему 6 ног опять привез этих. Или 4 овечьих. Батюшка отдает. Я вначале их обдирал, а он тогда шкурки даже ест. Вороны налетели. Я ему не ободранные ноги эти отдаю. Так он лежит где-то за конурой. Вот представь себе. Я выхожу, а ноги лежат в другом месте. Он побежит назад, ногу схватит в рот и бежит ко мне. Бежит, хвостом виляет. Почему? Дескать, ты мне дал. Вот она лежит, она у меня целая. Я 2 съел, а еще 2 целые. Я его понимаю, что он хочет сказать. Я отхожу от него, он не как с ногой во рту, так и бегает. Я беру ногу, он не отдает, а видно, морда-то он не может. У него не работают тут такие мускулы-то. Но видно, что глаза веселые такие. У него там все, целый склад, мясокомбинат он устроил себе. Я до этого 7 штук ног привез, а ноги-то под лодыжки. Я копыта обрубал, а сейчас даю ему, а в копытах там тоже кровь, и он их грызет. Он не понимает, что я говорю, но знает, что говорят о нем хорошо. Замечательный пес. Все будет хорошо. Бродящего щенка подобрали. Я после того, как занимался такими огромными собаками, они у меня были самые большие, я брал. Потому что такая работа была. Вот он какой, а этот никакой, маленький. Маленькая собачка с большим сердцем. Вот как. Ну, мирно надо жить-то. Мы сегодня считали, святые отцы как говорят-то? Оружие не надо, то есть зубы свои на замок. А вам когти на замок. Вот тоже взявший меч от меча-то и погибнет. Сегодня день какой-то воинственный у них. Никогда так не было. И считаем как раз про это.
Ну все, во славу Божию. Сейчас поведу тебя на улицу. Ой, весь ходуном ходит. Ну.